Это я, Джо. Хот-доги, налетай! Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. Нужна поддержка! Понял. Thank you.
Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ясно. Выйдите из машины.
Я права получал. Thank you.
Дьявол, осторожно! Эй, неплохо. Эй, гляди, я одного кончил. Джо, покажи, на что способен. Какой был хороший день, а потом ты пришел. Прикройте, перезарядка. Что, страшно? Господи! Господи! Ты не разучился, господи! Видал, Джо? Учись пока. Эй! Эй, Джо, давай, пошли! Дьявол! Надо найти сейф! Наверняка он в офисе! Ну что, поганец? Где ключ от сейфа? Говори, пока еще можешь! Эй, вы в супермаркете! Полиция Empire Bay! Выходите с поднятыми руками! Черт! Джо, займи их! Почти готов! Полиция Empire Bay! Бросайте ваше оружие! И выходите! Эй! Дьявол, весь день могу! Просто отдай нам ключ и пойдем по дому! Тебе что, нравится груша работать? Ничего я тебе не дам. Ну, помирай ты тебе. Господи! Отсюда, Джо. Наконец. Ну, пошли. Мать! Черт! Если ты не взял противогаз, надо сваливать. Дьявол! Ну давай, говнюк!
Еще одному крышка. Цепил, мерзавец! Yes! Господи! Господи! Скажи Рока потом зайти ко мне. Не то, что это мнеженка или что, просто не хочу костюм портить. Не прокатило, да? Эй, глянь, какие люди. О, черт! Мать вашу! Сколько раз тебе говорить? Сколько раз? Покупай хорошие пассатижи, а не это дерьмо! Кто это? Это Джо. Я тебе про него говорил. Как дела? Джо, мои ребята, Эдди и Бальзам, сказали, ты неплохо на нас поработал. У меня сейчас есть для тебя еще работа. Справишься? Я поговорю про тебя с этим глистом Гурина. Хороший вариант. Да, еще бы. Ладно, теперь оставь нас. Нас с этим ублюдком ждет работа. Хорошо, до встречи. Давай, пошли. Копать будешь ты.
Приветик, как дела? Мне кажется, у моего мужа кто-то есть. Ой, бедняжка, какой ужас! Как же ты узнала? Сначала я заметила у него на пиджаке светлые волосы и еще помаду на вороте рубашки. Ох, какой негодяй! А ты говоришь сначала? Ты еще что-то нашла? Ну да. Потом я нашла письма у него в портфеле. Сказать не могу, какие извращенные. И я ему все высказала. А он, конечно, все отрицал. Не совсем. Сказал, я ухожу к своей секретарше. Она трахается лучше, и у нее сиськи большие. Мне пора. Пока. Слушай, урод, отвянь. Вот опять ехать чиниться.
Мать! Мать! Господи! Заходите еще.